Больше 50 тысяч пострадавших от паводков вернулись домой. Свыше 5 тысяч человек остаются в пунктах временного размещения, сообщает МЧС. Всего по республике откачали почти 18 миллионов кубометров талой воды. Ее отвели от 10 тысяч жилых домов. Спасатели продолжают откачивать воду из домов и дворовых территорий в Петропавловске и Кызылжарском районе. Ее полностью откачали в селах Затон, Бесколь, Кривозерка. Аналогичную работу проводят в Кульсаре. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В Атырау и Курмангазинском районе возводят 2 километра дамб.